Всем большой привет! В общем, я иду за сыном в школу. И сегодня я, наверное, снимаю последний день влога. Иду я здесь по линии. В этот раз я по другой дороге решила пойти. Мне надо еще сегодня зайти на почту. Мне только что пришло на электронку, в общем, оповещение, что надо забрать посылку. Поэтому сегодня зайду на почту. А сегодня я экспериментировала с макияжем. У меня сегодня новый лайнер. От Lumine. Вот такого он цвета. Я не знаю, видно, не видно. Но цвет у него интересный. Вот такой бирюзовый какой-то, темный. Я уж практически пришла и решила с вами сегодня поделиться просто таким настроением. Мы уже идем с почты, получили посылку. Мне первый раз отправили ЕМС. В общем, ЕМС, вот это вот отправление. За 7 дней пришло. Я в шоке. Приятном, конечно, шоке, всегда бы так. В общем, поэтому обязательно сниму вам лукбук какой-нибудь интересненький. Я надеюсь, вам будет интересно. Вообще, очень хочется, чтобы на канале, ну, мне именно, как по моей душе, хочется больше делать каких-то лукбуков, видео с одеждой, не знаю. Мне прям вот это очень близко, и мне очень нравится это делать, нравится это монтировать. Поэтому вот, мое такое желание в будущем, может быть, больше делать видео. Ну, как будет получаться, так и буду делать. Блин, тут кусты какие-то, видео, может быть, с одежды. Вот такая вот, еще раз покажу. Большая посылка. Она тяжелая, 300 кило. В общем, весит. Я знаю, что там находится. Обязательно потом вам тоже покажу. И сразу могу сказать, что это вещи с моего, из одного из двух любимых сайтов. Поэтому вот так. Довольная и счастливая. Жаркая погода, отличное настроение. Что может быть еще лучше? В этом же влоге решила вам показать покупки из фикс-прайса. Мы только что пришли оттуда. И чтобы отдельно видео не снимать, потому что оно у меня уже снято. И, в общем, вот это видео мне отдельно не хотелось снимать, потому что здесь сумма была, сумма чека. Сейчас покажу, какая. Вот сумма чека 284 рубля. В общем, сумма чека. Поэтому, ну, мало было, поэтому не стало. Взяли мы такую игрушку, робот-трансформер, уже вот он играется, сын, в машинку такую трансформировался. Все время берем, уже супа 47, кстати, уже не особо выгодно. Поэтому вот так. Ну, некоторые продукты все равно выгодно получается. А вот такое вот мыло для тех, кто любит готовить. Домашнее крем-мыло, английский десерт с клубникой. От компании у нас идет Маграф. И здесь 600 миллилитров целых. А стоит 47 рублей. Так что, в принципе, я считаю, что это удобно. А только неудобно то, что нет помпы. Вот такой вот здесь. Как оно пахнет, просто клубничным йогуртом, обалденный просто аромат. За 600 миллилитров, мне кажется, ну, нормальная цена, 47 рублей. Очень мне, кстати, нравится. У кого-то я уже видела из блогеров такое мыло, но мне кажется, оно стоило около 100 рублей. Поэтому мне кажется, это выгодно. Может быть, перелью с помпой куда-нибудь, может быть, оставлю так, не знаю еще. Может быть, буду так пользоваться. Так, дальше взяли мы вот такой вот гель для туалета Home Star, морской бриз, вот такой, 750 миллилитров в нем. У меня такой уже был Home Star желтый с лимоном, он мне понравился, могу сказать честно, никакого такого химического запаха у него нет, не разъедает, просто заливаете на ночь, я заливаю всегда такое средство на ночь в унитаз и утром все смываю и все отлично, действительно как-то и устраняет известковый налет и препятствует, то есть долго он не появляется, в общем, понравился, тоже могу посоветовать, хотя бы можете взять попробовать. За 47 рублей можно, в принципе, попробовать, ничего такого. Так, дальше мы взяли чай вот такой Тесс Пина Колада. Был еще, я хотела взять черный чай, яблоко и карамель, но сын отказался его брать, хотя я настаивала на том, но он решил взять зеленый чай, манго и ананас. Это
Такой вот от Тесс. Здесь 20 пакетиков, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, вот 20 пакетиков. 47 рублей. Везде он стоит 65-67 у нас. Вот такой чай. Поэтому выгодно. Это выгодно было. Дальше. Вот сейчас последнее покажу. Вот опять я взяла. У меня 5 ничего не умещается. Вакуумный пакет с крючком. 50 на 70. Все время я эти пакеты покупаю и покупала, и если их не уберут из фикс прайса, то буду покупать. У меня ни одного пакета такого не порвалось. Вообще отлично хранятся вещи, экономят место. Очень нравится, очень-очень-очень, и прям советую от всей души эти пакеты убрать. Вещи какие-то, вот, которые я не ношу, вещи, либо которые велики, либо которые малы, я все складываю в такие пакеты и там их храню. Так, и последнее, очень хотелось мне эту вещь, это называется вот так вот, коврик влагоотталкивающий, состав не тканый материал, полипропилен и вак. И расцветка у него вот такая. Блин, мне он очень понравился еще прошлый раз, когда я была в фикс-прайсе, но я его не взяла, я даже не знаю почему. И в этот раз я просто его взяла сразу, размер у него, кстати, не знаю, сейчас посмотрим, размер 38 на 58. И я планирую на его фоне снимать какие-нибудь, ну, блюда, как готовить или еще что-то. В общем, для кухни я взяла этот коврик, положу и поставлю туда все чашечки, всякие тарелочки. В общем, вот так. Вот такие вот на сегодня были покупки в фикс-прайсе. Небольшие совсем. И я их включу во влог, как я уже сказала, поэтому все, на этом я влог не заканчиваю, но заканчиваю именно с покупками. Я иду за сыном в школу, у нас погода испортилась вчера, до этого была жара 27-29, а сегодня уже, не знаю, градусов 14, наверное, я иду уже в теплой одежде, до этого ходила вообще в платьишках, в шортах, в футболках. В общем, решила пойти по этой поспокойной такой по тихой дорожке, чтобы с вами поболтать немножко. Так, там поболтать у меня с вами не получилось. Толпа народу шла, ну, как всегда, не дают поговорить. А, в общем, я это видео... Поезд. А, в общем, хочу сделать видео вопрос-ответ, потому что... Ну, не было у меня еще такого видео на канале, и хочу ответить на ваши вопросы, которые, может быть, кто-то хочет задать, либо кого-то что-то интересует, то под этим видео напишите свои вопросы. Если их будет много, выберу самый интересный, если будет мало, отвечу на все. Так, мы с сыном уже пришли домой, зашли в Пятерочку, сейчас покажу, что я купила. Мы шли, в общем, за кормом. Давайте сюда, наверное, положу, покажу. В общем, взяла его такой с курицей для живущих без забот, для стерилизованных кошек и котов. И вот здесь вот написано, в общем, что он дает. Корм называется Perfect Fit. Очень хороший, качественный корм. У меня кошки очень любят корм Purina One. Но вот Perfect Fit тоже решили взять попробовать. И второй сейчас тоже вам покажу. А второй я взяла для пушистых домоседов, называется In Home, тоже Perfect Fit, он здесь с большим содержанием именно курицы идет, в общем, вот здесь все указано, то есть вот так вот, как раз то, что нам нужно. Здесь большая упаковка, грамм у нас здесь идет 750, и в том тоже идет 750 грамм, в общем, вот. Так вот все это выглядит. Надеюсь, что моим котикам понравится. И еще одна наша покупочка на сегодня. Это шоколадки Alpen Gold. Мы взяли малиный йогурт, фундук и изюм. Дальше что у нас тут? Соленые арахис и крекер. Это муж мой любит. И вот эти он тоже очень любит. Соленый миндаль и карамель. Вот эти вот две, это его вот, из любимых самых. Дальше что тут у нас идет? Вишня, миндаль. Миндаль, кокос, молочный шоколад. Так что вот такие вот покупочки. Ходили, в общем, за кошачьим кормом и схватили по акции шоколадок Alpen Gold. Сегодня вот совсем немножко сладкого и кошкам купили.
Так, я только что испекла шарлотку с корицей и с яблоками. Сверху я посыпала тоже корицей и сахаром. Сейчас я только что достала из духовки, и сахар должен немножко так вот подтаять на ней. И корицей. У меня муж очень любит, чтобы сверху, именно когда испечется, чтобы было посыпано корицей. Так что вот, шарлотка. Ждем, в общем, мужа с работы. Здесь параллельно жарю рыбку. Рыбку у меня просто ментай обычно, две рыбки. И отвариваю сыну две сосиски. Сейчас, в общем, отварится, будет кушать. Рыбу он сегодня не хочет. Он ел позавчера. Тоже я жарила рыбку со сметаной, но тушила. А сегодня просто вот жарю с луком, это мужу. И сделала салат. Ну и салат самый обычный у меня из помидоров, огурцов, болгарского перца, белого лука и зелень, укроп, петрушка. Вот такой вот у нас сегодня ужин. Буду ждать очень ваших вопросов. Спрашивайте все то, что вас интересует. Ну, а на этом всем пока. Буду ждать ваших вопросов. Все, пока.